Здорово, подписота. Жрем в столовой. С нами Наташа Бо. Наташа Бо. Всем привет. Наташа Бо. Всем наличие. Привет. На пожрать у нас. У Наташи Бо окрошка, пюре, две тефтели, банан, ой, нет, и блин, и капуста. У меня борщ, у меня сырный крем-суп. Вот такая штучка. И тоже блин и винегрет. Давайте жрать. Ложку взяла. Да. Ну, можешь кушать, я не знаю. Можешь жрать. Кстати, я вот так вдвоем ни разу не ел. Угу. Не, вот именно с тобой, по-моему, с Лешей ел один раз. Да. Но все равно как-то у Радиместа тут многовато. Да. Тебя видно нормально? Кайф. Ага. А то что-то меня больше видно. Вот так вот чуть. Мне похуй. Нормально. Вот. Теперь больше тебя видно. Да. Нормально. Тиктокеры меня наблюдают. Тиктокеры. Давайте борщ жрать. Сейчас вот так делаю. Вот так удобно будет. Ага. Под правую руку, короче. Главное, там видно. А тут мы разберемся. Угу. О, норм. Норм. Видела, про что говорил, что 5 первых? Угу. Тут даже не 3, а 5. Офигеть. Она лучше, эта столовая. Разнообразие супер, да, конечно. Так, мне интересно, что такое крем-суп? Давайте посмотрим, что такое крем-суп. Как пюре. Слушай, довольно вкусная штука. Знаешь, даже не знаю, на что похоже. Как вроде бы... В блендере так, типа. Ну прикольно, я ел просто сырный суп, вкусно. А это, короче, такой тугой. Ну тоже прикольно. А главное, у меня есть картошечка жареная. С утра аппетит хороший. Да, нормально, нормально. Я вот так ложку держу, специально, чтобы мне тиктоки говорили. Ты зачем держишь, как ребенок? Специально для комментариев держу. Ты, по-моему, давно там держишь? А со временем мне уже понравилось даже держать там. Подписот, а мы сейчас поедем на Мамаев курган на экскурсию. А потом поедем купаться, загорать. Картошечка, тефтели. Так, ну что, пробуем тут красоту? Кстати, это копейки, весь хавчик 700 рублей. Это копейки. У меня два первых. Сколько еды? Да. Вот за это она и крутая столовая, что она недорогая и плюс большой выбор. И сюда чисто, видишь, чисто. А ты хлеб специально не берешь? Типа, ну, не знаю, не ем хлеб. Я очень редко его ем. Я типа ем как бутерброд, как отдельно хлеб. Слушай, а мучное ты ешь, мучное? Yeah. Да. Потому что я думаю, может, ты хлеб не любишь и производные из него? Не, люблю. Ну, я имею в виду пирожки и сам сыр. Да, обожаю. Чуваки, у нас крем-суп. Бренет. Да, у нас, хотел сказать, у вас. Нет, что-то интересное в этом крем-супе есть, не знаю. Я просто первый раз вообще, я всегда избегал, я брал просто. Я не расслышал, она сказала, типа, сырный суп, я захотел сырного супа, а там кремный сырный суп. Ну, прикольно, попробуй. Здорово, что здесь разнообразие, что-то новенькое, да? Да. Хорошо хоть винегрет, но с винегретом не шаг вообще.
меня еще второй есть. У меня что, два первых, два вторых? Нет. Два первых, блин, еще. Вот картофель. А что за котлеточка? А котлеточка, видишь, мясо, наверное, пивное. А, свинина, да? Да. Угу. Замечательный завтрак. Вообще. Это тебе не доширак поесть. Идеально. С майонезом. Идеально. Компот. Я что взяла, даже не поняла. У меня компот вишневый. У меня компот вишневый. У меня какой-то сок. Так что клево, вот увидела столовую вообще, номер один. С кайфом, с кайфом. И все вкусное такое вообще. А главное, что свежее. Угу. То есть 9 уроков, но свежее. Угу. Тебя снимаем, да? Тик-токи. У меня уже насыщение идет. Да. Я тоже медленнее начала кушать. Чё ж я горчицы не... Тебе надо горчицы? Да. На мясо надо горчиться. Я даже не сказал, что сегодня 6 августа, да? Забыл. 6 августа забыл. Специальный листочек взял с собой. Забыл. Ну ничего страшного. Ну, короче, крем-суп вкусный, но мне все равно не зашло. Может, не будешь брать, да? Нет, я просто не люблю такой консистенцию. То есть это не суп, это второе. Ну да. Реально пюре. Но все равно попробовал, узнал, что такое. Да. Но больше не возьму. Да. Больше не возьму. Котлеточка свининка. Время 8 минут, ты уже почти закончила, да? У меня 10 минут видео, видосы дымит. Ну у тебя еды меньше. Конечно, еды меньше. Ну ты наел. Да. Я уже как бы все заканчиваю. Ну, у меня видео как идет, 10 минут примерно мои. На ютубе. Как будто ты уже привыкаешь так есть, понимаешь? Как будто уже вот все, по-другому никак. Ну, я тебе по опыту скажу, что вообще в среднем вот 10-12 минут максимум хорошо идут, смотрят. А если больше, то люди перемоткой начинают. Ну, наверное, да. Мало кто вот прям там, ну, знаешь, и... по 40 минут такие видео, типа там, по 30 минут. Ну, 40 минут должно быть, это что-то там должно быть мега интересное. Ага. Какой-то разговор должен быть интересный. А вот так, если чап-чап-ням-ням, там ничего особенного. Некоторые мне пишут, что даже 10 минут они на фоном ставят. Там, типа, посуду мыть, знаешь. Моют и ставят, включают и чап-чап-ням-ням. Да, да. Потому что ты-то там ничего не расскажешь, ничего, умных вещей не расскажешь. Ничего. Просто чтобы салфетки это берись, было. Да. Ага, спасибо. Просто чтобы типа было что-то на фоне. Ну ясно. Ясно. Мне такого никогда не было, что сразу две камеры. Со всех ракурсов на тебя смотрят. Все, я наелся, чуваки. Мне даже блин не влезет. Давай я доем. Серьезно, я не хочу. Мы сегодня будем плавать, я все сожгу. Все калории потрачу.
вчера переживал, будет у меня аппетит с утра. Ну, я смотрю, хороший аппетит. Не, просто вкусно, на самом деле. Да. Это точно. Поэтому она и номер один. Да. Тикток 10 минут прошло, вырубаем. Тикток. Все, пиздец. Больше 10 минут. Ну тоже неплохо, мне пройти 10 минут. Это сразу было, начиналось с минуты, 3 ага. минуты, потом 5 минут, может, а потом 10 минут я офигел. Что 10 минут можно понимать. Вы лайк уже ставите за чистые тарелки. Общество чистых тарелок. Видите, чистые тарелки надо проставить. Я покажу все свои чистые тарелки. Видели? Все, чистые все, тарелки. Чисто. Я подумал, это настоящее. Это искусство. Не, серьезно. Я что подумал, реально настоящее. С полным пузом как раз сейчас на Мамаев курган. На подъем. Ага. Плюс 30. 12 минут. До свидания. Наталья сейчас доедает. Да, общество чистых тарелок, кстати, покажет, да. Общество чистых тарелок. Да, все. Давайте по 500. Пока-пока. А, Наташа Бо, подписывайся на ее канал. До свидания.